Все по-старому бывалому, и было так всегда. Лошадки и мальчонки малого, не сладкие холода. Всю жизнь я думал, что эти стихи написала моя бабушка. Нет, она не была поэтом, смешно. Когда-то на нашей улице росло много персидской сирени. Она пропала как-то вдруг. Ну и людей, которые помнят о ней, осталось немного. Не то, что умерли, просто забыли. У кого не спросишь. А в эту последнюю февральскую ночь 53-го года истопник печей в меховом магазине... Так вот, этот истопник Федя Арамышев по кличке Гондон... Тю-тю-тю, хи-хи-хи, ха-ха-ха. Попрошу вас. Чё? Смешно. Я не оглядываюсь. Мужики, я пошел мимо. Здравствуйте. Позвоните в меховой магазин. Сообщите, что истопник печей задерживается. Лиловый негр нам подает манатал. Почему лиловый-то? А хрен его знает, лиловый или лиловый. Тихо, лысый. Ой! Да, замочек. Так вот, сидеть тихо, пока не придут. Язык миру в жопу загоню, на луну отправлю. Понял, товарищ. Спасибо. А он, я склоняюсь, все-таки ходит в шестую. А и момент? Где? Я часы потерял в марке Буре. Революция часы назывались Буре. Чего, ничего? Мама.
Это я. Тогда. Да ты хоть отнись, понял? Я срать. Иди! Может, я его держу? Я не русский, но Тензо, нам это рабочая газета. Эй, эй, позвольте пожать вашу руку. Лучше ногу. А я срать. За что ж ты меня убил? Мы определенно можем встать. Я врач, 6-й, Мармеладова, все в порядке, можете катиться. Вставать нужно за прокинутой головой. А почему это резина в ботах-то зимой? Я-то в ботах, а вы зонтиком. О, а теперь поглядите, подожди. Будь здоров. Попали. Ура! Ура! Один ветеринар, он, значит, заснул аллергическим сном. Не надо ходить с ходунками, надо ходить с палкой. И потом, зачем это? У нас вся кровать пропахла колбасой. Я не могу преодолеть своих фантазий. Оставьте это. Ну, заснул аллергическим сном. А жена его подумала, что он помер. И, а что там? Да не надо, дурак. Я на нафталин проверяю. Что? Что? Я? А ну-ка, Надежда, давай проверим наши счета. Что ты вчера брала у Елисеева? Алексей, принеси мой чернильный карандаш. Поздно в уборную. А нам надо. Да нам надо. Не надо. А нам надо, я говорю. Вот. Коля, у тебя работает мотор? Тогда немедленно отвези меня в богадельню. Немедленно. Все, завтрак отменяется. Едем в богадельню. Мои кузины еврейки, а мы русские. Их семья была выслана на север, в Печоры. Ну, Леш, ты даешь. Маша, на печку. Электрический, а? Лиловый негр, это примерно какого цвета, а? Это мне благодарная. Вот. Редиску тебя считаю. Вот такой. Уж лучше уголь грузить. Все. Папаша у тебя. Шагом марш отсюда. Скажи ему, как я тебе сказала. Таня! Ой. Идите.
царь спит. Благодарна вам, благодарна. Боится. Удавлюсь. Спасибо, приспасибо. Ты еще в милицию на девочек напишешь. А как же, на прощание, Наталья, хочу сказать насчет женского достоинства. Ну, тому весь дом смеется. Угу. Колюбин! Учти, Наталья, мы не рабы. Поэт Тимфунтик, все здесь гады. Чаю? Алексей, попугай кричит? Кричит. Петух бы давно сдох. Да. Эх, столу. Поцеловать скулящую женщину, это все равно, что облизать пепельницу. Что это с обезьяной? Северное сияние напоминает огненные мечи, пронзающие небо. Из дома его уже не увидел. Стихи выплывают из моей памяти, как парусник из тумана. Вместе с колбасой. Я леди Равена. Ну не надо сияние. Тьфу на него. Бог благодарит, что менял такой человек. Хорошо, с сыром. Хорошо. Хорошо, с сыром. Хорошо, с колбасой. Хорошо, с сыром. Статью в «Красной звезде» читали? Ты читал статью в «Красной звезде», а? Зяба! Кто читал? Кто? Кто читал статью в «Красной звезде», а? Ты читал статью в «Красной звезде»? Ты вообще читать не умеешь! Так, повторим же, чтоб наш голос услышали все прогрессирующие люди Земли. Мы не против евреев, мы против сионистов. Нации равны, мировоззрения нет. И смешивать эти два понятия преступно. Так вот. Потому что это чичира. Вы слушайте, ну вот, а? А дальше это можно толковать по-разному. Но вот мой папа служит на флоте. А на флоте не богу. Будут драться с каждым! Не до первой крови, а до смерти! Да как ты свои пуговицы, дурак! Где там пуговицы? Где вы, где они? Сволочи! Вот-вот! Я в своё сердце! Вот-вот! Своё сердце! Будут драться с каждым! С этими по очереди! Хрена! Вы люди бесчестны! Твоё медаль? Где моя пуговица? А, где блин. Моя пуговица? Шапку сними. Где она? Сволочи! Я чуть не побился, я
Фир. Зим должен быть черный. Товарищ генерал-майор медицинской службы! Вы. У вас лицо в чернилах. В тень. Смирно! Что? Барьер. Вещи. Товарищи офицеры! Горшок! Ура! Товарищи военные! Шура, угу. Ты еще шапкой постой, меня подожди. Ну-ка, дурак. Так вот, так вот, уйди. Взяли суп, взяли карту. Ты из-за этого, да? Да. Из-за этого. Да. Вася, уйди. Шура, клянусь. Юра, я хорошо, не надо. Мне и так стыдно, я идиот. Ну, хоть смешно. Ну, все. Ну? Ну, вольно. Мой отец был академик, начальник огромной клиники. Резал на открытых мозгах. Ключ давай. Ночью птица снился. К чему бы, товарищ генерал? Печаль, товарищ Хрянах, письмо. Верно, товарищ генерал? Не, трубы звенели. С другой стороны вот таким. Стол, генерал! Где же вы ходите? Через бочевинки ходим, другим путем. Дай топор. Ой, конденсат. Хотя откуда у вас топор? Товарищ сэры! Все. И все. Юра, зайдем, ахнешь. Горн. Липаш. Шур. Курок, самопал. Нифига, нифига. Ай-яй-яй. Ну-ка. Юр, я насчет Шурки. Я не отдаю приказ в Басак. Мне самому приносит фертель. Во, но можно что-то сделать. Сделай. Это я-то, с моим пунемом. Лёва, а у меня в клинике 17 офицеров с таким пунемом. Один момент, Юра. А сколько у тебя офицеров мордовской национальности? Чего? Я лучший наркотизатор города, и тебе будет стыдно. И вам всем будет стыдно. Сам иди! Всех поднимай! Сила! Кра! Это ты мне! Кра! Хм! Это... Кра! Хм! Господи! Кра! Хм! Шага! Начальника первого отдела, начальник хача, ко мне с топором! Коты нужны? Шивом! Извините. Да тапочки, у меня там тапочки, растворите рационные тапочки. Ну что? Ну что? Ля-ля! Тапки есть. Бомс! Колечко обручальное потерялось, вот и вся печаль. А? Ой, Юра, не буди лихо, пока тихо. Черт с ним, с топором. Сволочь! Сволочь! Смерть, смерть. Если найдешь колечко. Очень кричите, смерть в 11. Для доски повезла. Приезжайте. Ординатор. Покажи мне шлем, Иван. Пробить насквозь, испорчен. Невозможно. Что? Ручка, ты что? Юра, иди отсюда! Юра, ты меня слышишь?
это просто такая бестактность. Я просто сошел с ума. Игорь еще пропал. Ты меня слышишь? Эй, ты меня слышишь? Это я идиот. Я... Юрий Георгиевич. Юрий Георгиевич, ну к чему все это? Вы меня спросите, я вам отвечу. Курсанты за мной. А у меня ручка такая попалась. Чертей, ты вся рука. Санта за мной. Пум, пум, пум. Лучший подарок врагу. А почему врагу? Пойдем, тата. Ну что? Глаза смотри в глаза. Вот молодец. Курсанта Ворона за ловушку выпускает. Я считаю, хамство. Пум, пум. Первый звонок. Пум, 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 пум. Крыть! Я вперед. Второй звонок. Держи. Валет, встань. Ворона в противогазах. Смерть, это вы? Кому я нужен? Генералу! Смерть на посторонних работах запрещено. Я смерть, товарищ. Смерть на посторонних работах? Вань, там ключ. Это безвкусно. Мысль. Прошу. Все, сдаюсь, сдаюсь. Ну, сын покойный костелянши. А в клизмин это зачем, а? Товарищи курсанты. На дворе трава. На траве дрова. Слава без пальцев. Я понимаю, понимаю. А в клизмин это зачем, а? Что вы мне? Что? И? Как вы себя чувствуете? А ты? Ой, железная маска. Что ж было, Юрий Георгиевич, на отделение людей. А ты бы сказал, усы сбрить. А я и просил сбрить сигары ваши. Подтвердите. А. Вот так, вот так. На, пысайте, пысайте, но не затягивайте. А он не сбрил. Прошу, прошу, прошу. Ну, а он усы не где сбрил. Теперь клизмы ставим, а? Ну, не сбрил. Да. Вас дерьмом пахнет. Да? Я Клавдии говорю. Курс. Отдайте сюда. Ванин, прошу, прошу. Товарищ. Я пойду. Железная стоять. Маска. Тихо, пожалуйста. Перед нами свинцовое отравление и, как результат, отек мозга. Мозг. Вернитесь на место. И грязно. Несовместима с жизнью, Жень. А? Слушай. Несовместима с жизнью. Несовместима с жизнью. А? А? Однако. Извините, дама. Однако, ули-люли. Это прекрасный сигар. Вернитесь на место. Тебе несу. Ага. Крышечка не та. Однако, перед нами феномен. Надо к докторам. Железная маска, я же говорю. Это Мюнхгаузен два раза на день вредный. Мюнхгаузен, Мюнхгаузен. Это не чай, а коньяк. Очень любят. Ага. Обратите внимание. Где учат? А? Загар, зубы. Прекратите. Отвернитесь. Все, все. Под эту раду генератора. Садитесь. Перестаньте. Прелестно. Чтобы к обеду этого дерьма здесь не было. Там есть. Юра, иди. Солнце. Это комаров. Пьянь запойная. Ах ты, пьянь запойная в генеральской форме. Братцы, не он Клянский, я Клянский. Больной, 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 больной. Зрачок. Зло дядя не помешал. Зрачок тебе зрачок. Верно. Чистый чай. Краснодарский. С лимоном. Мороз будет. Ой, больной, больной. Я Фёдор. Ау. Сыр, притом на конной тяге. Лобник, товарищ генерал, типичный лобник. Все говны. Очень глуп. Товарищ генерал, я уверен, опухоль пьет не дует. Братья разгнулся. Товарищ генерал, ну не надо разбираться. Курса, Веня беди бицы. Ничего не знает. Кто его сюда положил? Это носок, товарищ генерал. Вообще логопед. Этот ногу порезал. Кто его сюда положил, а? Ну кто? Я просто сказал, что носок. Вы его все-таки спрашивали. Положил вы? Юра, я сейчас принесу тебе кофе. Юрий, я сейчас принесу тебе кофе. Я опущусь на дно морское, я поднимусь под облака, тебе отдам.
Дневная роза. Косясь, посторонясь, и дают нам дорогу другие народы и государства. И крест не пущены. Помни друга. Шестой разок, триканика. А почему он плачет? А он всегда плачет, когда играет. Зоня! Причем не правоподобных размеров. Здравствуйте. Теперь выпить за великое датское народ. Шалды. Пей, дорогой, пей. И за великий датский народ. Да ты не народ, а ты нация. А ты нация? Нация. Значит, а ты нация? Нация. Значит, мы народ, а мы нация. Нация. А он мятежный простуч, как будто в море есть покой. А я думаю, так ты тоже народ. Извините, но барана не возьму. Забери его нахер. Нахрена твой баран? Саша, знакомься с твоей семьей. Вот мой сын, герой, сокол. Нос! Ай! Ай! Один американец засунул в палец. Сейчас буду петь. С лентой. С лентой твоя. Же мама будет. Пошла. Это же лев ревет!
ты тут мешаешься? Черт твоей матери! Фу, срань! Капуста моя! Ю, гад! Ну-ка, вылезай, вылезай, вылезай! Я не могу! Сволочь, вылезай! На! Красавец. Фу, вонючки. Ну чё? Эй, эй! Жуй, ты в галошах, ну вот и хорошо. Ленечка, открой. Ма. Ты кто такой? Что? Кто такой? Соня. Мяу. Под машину. Это баня. Я санврач. А мармеладово? Родители, на. Провинциальный вкус. Где Фофан? Где Фофан, сука? А? Где Фофан? Где Фофан? Козлица! Козлица! Но! Ключ дянули из-под бочки. Сволочь. Щук. Сейчас будет немножко больно. Но не здесь, здесь. Дрянь. Я должен был передать привет в одном доме. Ну. Чудный нос. Ой, я Пиноккио. Балерина Уланова. А я был центрирован. Так. Но мне все время казалось, что кто-то на меня смотрит. Рубашка закапана. Конечно, а смотрит. А я стал думать. Зимой с зонтиком. О-о-о-о. Здесь баня, здесь ад подключен. Ну? Про меня немного кажется, Соня. На такси есть? Ну так что? Да. Да. Послушайте, Соня. Все равно, как тут у вас и не было бы. Если не у вас, то нигде. Я прощаюсь. А? Нормально. Больше, Лёша, не мойся. Я тебе кину. Вот. Соня, не надо. Соня. Соня. Так страшно, Санечка. Соня. Так страшно. А? Пам-бум-пим. Пошли. Это кто еще? Пам-бум. Служба, шагом марш. Комитет. Пш. Тобы Лёшка пятерку принес. Так, стало быть, я должен подписать истинный дневник. Да эту суп не беру. Это не я писал. Бросьте, ходунки, возьмите палку. Кто разрешил ему взять саблю? Кто разрешил ему взять саблю? Это ты, дурак, разрешил ему взять саблю? Дурак. Так купеческие сынки подделывали векселя. Купцов нет, векселей тоже, зато есть три месяца. Вы же генерал, будешь платки бросать. По-моему, ты нездоров. Я говорю, зато есть ремесленное училище. Отдай солдатам торт. Ну-ка, посмотри мне в глаза. А на столе, как поезд, мчался чайник. Да, лицо дал, с таким только Абрамов бить. Чаю. Слушай, а может мне тебя высечь? Может мне его высечь? Да вы что? Хотите моего чаю?
Сладкий пирог куда дели? Сладкий пирог куда дели? Сладкий пирог куда дели? Что? Юрочка, ты помнишь это? Как елка? Вы понимаете, Маша, как елка? Маша, солдаты твои ведро прокинули. Сладкий пирог куда дели? Помню. Давай, сладкий пирог куда дели? Да помню. Как жаль, что это уйдет со мной. Жаль. Гуля. Могу я видеть военного врача Юрия Глянского? Папа! Пап! Юрий Георгиевич, а я узнал бы вас даже в толпе. На Перегорелого. Я принес вам сердечный привет от вашей сестры, которая профессорствует в Стокгольме. Я знаю, сейчас не самое время, а та бабушка, ваша матушка. Одень китель. Иди, пожалуйста, к себе. Свинья. Ну уж нет, Берузов. У меня нет никаких сеструк ни в Стокгольме, ни в Рязани. Трудную тебе работу бьют иногда. Абат, отгули. Убери. Шарф прищемило. Так. Вон! Полина, почему в подъезде шляются, ну, кто угодно? Стыдно. Здравствуйте, Варвара Семеновна. Здравствуйте, друзья. Как во сне? У мамы стал шевелиться большой палец. Может, я вас домой отвезу? Можно я возьму эту конфету к вечернему чаю? Вы знаете, уважаемая моя матушка была знакома с Анной Павловной Керовной. Павловна. Петровной. Павловна. Петровной. Павловна. Юра, я схожу с ума. А мы видели, что ты с Пипкой делаешь? А мы видели? В шкаф лети, пью! Сволочь! Арестантки! Оса! Оса! Будь обрагана все! Слезою жаркое, как пламя, нечеловеческой слезой. Выросший мальчик в генеральских лампасах. Выросший Эй! Пьяный мальчик. Да. Знакомься, мой муж. Считай Карамазов. Дмитрий Карамазов. На, тот нос не загноился. Привет. Был в двойном самоубийстве. Мужчина и женщина совсем старые люди. Иди в гостиницу и не оборачивайся. Паспорт получишь перед самолетом. Давала, разболелся. Любовь у них была какая-то необыкновенная. Эй! Эй! Стой! Слушай, я без паспорта не могу идти в гостиницу. Эй, ты страдатель, вот с таким мягким, как там у нас называется, кое-чем. Паровоз. Thank you.
здесь болта! Мальчик, мне нужен твой отец, открой! Это очень важно ему самому! Ты не понял, дурак! Часы Марки Бурой нашел. Серега, пиво генералу. Товарищ генерал, рыбки, пожалуйста, а? Не-не-не-не-не. Генерал, 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 генерал. Там генерал. Расцвел цветок любви. Так. Нежно молю. И все, понял? Выше нет. А у тебя сердце деревянное. Понравилось? Не понравилось? Генерал, 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 генерал! Держи! К
клопов в этом доме, хо-хо. Дурак дурака видит издалека. Квартира ваша, дворец. Кошар-то какой вырос. У тебя дед там обгадился, иди. Наш Лёва жалобно плачет, кушать хочу. Хочу всех съесть. А что это такое чай? Чай такой генеральский, секретный. Толстой. Стынь! Я льва имею в виду, всего их три было. Тогда да. Уходим в цирк! Стынь! Цирк, Ленинград! А с ним работать? Чекучка? Я говорю, вся могучая кучка могла бы нам здесь исполнить. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, представляешь себе. Видишь, хо-хо. Запой-ка. Так это хорошо, чтобы еще у тебя кончилось. Шутка, розыгрыш. Шутка. Запой, брат. Запой-то, а ты не дыши. Запой-то, вот скрипнул, лечу. Полетела. Кура дура. А Чинцева убрать? И зеркало. Что? Если в порядке исключения... В атаку! Вперед! Ломтик копчености. Мишкину копилку кокнула. Да, слушаю вас. Если в порядке исключения. Ай, похудел директор. Стоп, красный свет. Я говорю, похудел, елки. Врач, а не лечишься. Ну? Иди ты. Ну? Да ни хрена ты не похудел. Очень. Очень удачно. Тише, тише. Бип удачно, очень, вы знаете ли. Очень. Четыре спицы. Бип, бип, бип. Давай, катись. Качусь. Нас здесь не любят. Васильки? Дайте мне тройку быстрых, как птицы, и все. Да. Васильки, Васильки. Много мелькало их боли. Боль до самой реки. Цирк зверей. Ну и что? Олечка. Возьми еще. Ты свинья? Головку наклонит. Папа кричит. Василёк. Подкова, подкова. Зачем подкова? Не утонет. Гнуть. Я её на руки. Глазки медный всадник у тебя лучше идет. Я говорю, только Пушкин. У него выпукло получается. Бздынь. Спасибо. Как в детстве. Иду к тебе.
Сволочь, свин, ну что ты повсюду лезешь? Убери, скотина, убери! Ну это же Мишка, это Мишка снес его везде. Ой, роняю. Убери от винограда, я тебя разборю. Какая прелесть. Что? Спасибо. Мальчик, со мной? Ну? Не спи, птица моя белая. Слушай, ты детскую сказку помнишь, когда человеку его тени живили, ну, вроде двойника сделали? Не знаешь, зачем? Такие чудные. Ну, такую опухоль ему просветили. А он все васильки, васильки. Представляешь, некролог? На 52-м году жизни, великий талант в области продления жизни, скончался. А вот муха, ребята, кто скончался? Талант, талант. Почти гений. Женя, закрой обе двери. Закрываю. Перестань спаивать собаку злоб. Самому пообещал 120 лет. А на арене теперь кто? На арене теперь я. Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом. А ты же мне на 150 или на 500. И все равно никто не верит. Иди ко мне, мальчик, иди ко мне, ко мне. Уж я-то насмотрелся побольше вас всех. И даже когда муки, и сами смерть зовут, и воняет. Наташка, ну ты же знаешь, как воняет. И все равно не верит. Ну, хоть бы один. Так ведь нет. На чувстве смерти Толстой выдал. Всего их три было. Ну, закуси, мой мальчик, закуси. Ну, закуси, ну, закуси. Ну, пошу, мой хороший, пошу, пошу. Ну, чего ты, чего ты, чего ты, чего ты, чего ты? Вот когда Нерон помирает, то такие казни начнутся, подруга. Какие там докторишки, кому мы будем нужны? Духи отечественные. Или мыло? Пом-пом. Пом-пом. Пом-пом-пом. 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 Пом-пом. Ну, чё ты? Чё ты? Ну, подержи. Слушай, меня в моем доме вот так вот о нем не смейте. Ты циник, угу. Растлитель. Ты старую больную собаку споил. А может, и так лучше, откуда ты знаешь? Не сметь! Не сметь! Дура! Дура! Послушай, ты детскую сказку помнишь, когда человеку его тени живили? Не знаешь, зачем? Зачем? Очень, зачем? Очень удобно назад щурать! Юра, пусти, Юра! Катя, да меня ее видел! Видел, видел! Юра, глаза, Юра, глаза! Славят меня у этих чертов! Идиот! Ты идиот! Юра! Юра, ты болен! Ты болен, Юра! Юра, ты врач! Ты должен это принять. Ты болен. Ты болен. Ты болен. Уйди отсюда, Женя, я на кнопку наступила. Я сейчас, сейчас. Юра. Ты видел, как Вайнштейн? Ты видел эту рубашку, Садко, еврейский гость? Юра. Извини. Бор, а что?
спицы, дядя Юр. Черт. Свин. Перкот. Разреши. Прямой. Ну что, успокоились? Держи на прямом. Прямом держи. Нет. Прямой. Все, Михаил, Михаил. Есть. Все, Михаил. Собака пьяни. Позор. Я марш ему напишу. Сейчас пойду все равно простужусь и умру. А музыканты эти. Веки и поднял. А ну гляньте, стоп-сигнал не горит. Да не пойдет. Вы выпьемши. Где ваш реглан? Товарищ генерал медицинской службы, я насчет века. Вот у меня глаз есть. Я врач другого профиля. Точки пойдешь. И записку Наташа отдашь, а не какому-нибудь дяденьке. Куда это ты каждый обед ездишь? Друг у тебя в Москве, что ли? А чем вам не нравится мой профиль? Товарищ генерал, а я что хотел спросить? Вот он ветеринар, который заснул литургически. Бегом, блядь! Чё? Да! Мне там деньги в машине, между прочим. Тоже мне еще и генерал. Орать каждый может. Цыц! На веревке держи! Я тебе полаю! Товарищ генерал, не следует, может быть... Что-то успел. Головку больно. Чё ты? Пум-пурум. Дебади, генерал в клинике. В шляпе. Здорово, орлы! Смерть? Товарищ генерал, дежурный по участку... Да смотри, мне здесь анголочка не передали. Это неловко. Мы... А не вот так, да что вы, товарищ генерал. Тогда дежурного по клинике. Слушаюсь. Брось.
Надеюсь, если все обойдется, нужно лечь спать и забыть. Ехал чужих лодочки в генеральском челе. 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 Ехал. Ехал чужих лодочки в генеральском челе. Ехал чужих лодочки в генеральском челе. Ехал чужих лодочки в генеральском челе. Пам-па-так. Ехал чужих лодочки в генеральском челе. Валитал. Ехал чужих лодочки в генеральском челе. Ехал чужих лодочки. Колечко моя. Анжелика у меня, муж Анжелики, смешно. Ехал чужих лодочки в генеральском челе. Если сейчас попаду, все в моей жизни будет хорошо. Банку дай. Вы не могли бы мне сегодня постелить где-нибудь? Это эфир. Ага. А на завтра купить мне, так сказать, статский пиджачок и брючат. Вот, собственно, все. Кошмар. Это что, завтра воды не будет, ой, мама? Кошмар. Так что сказали? Да вы мигните, мигните, нельзя не мигать, а? Простите, сейчас. Здесь мне, ну, нехорошо.
Кот нюхает. Жги, брат. А я знаю, что. Мигните, ворожь себя. Уже. Вы можете сослаться. Матушки, мигайте, мигайте. Уже. Только у вас брюки не на той стороне, все в нитках. Ой. И мокрые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, подумайте, подумайте. Как могло получиться, ворожь себя, а? Вот представьте, живу я. Вот и мокрый зеленок. Так вот. Только вот этого не надо. Так вот, живу я. Толстуха. Старая дева. Свет будет чудный. Не перебивайте меня. С гайморитом. Допустим, что толстуха влюблена в красавца генерала. Допустим. Почему, собственно, допустим? Дурак! Извините. И вот он к ней приходит. Что-то там... приложил. А главное, говорит, спаси меня. Ну, не говорю. И вот что она чувствует? Ну, что она чувствует? А ничего, она не чувствует. Что? Приселись на тургеневские барышни, а? Пусти меня! Приселись на тургеневские барышни, а? Стоять! Есть, есть. Тургеневские барышни есть. Они везде, повсюду. Как мышка, везде, 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 везде. Меня запой, штаны, понимаете? Чего пальто не знаю. Хозяин встречу убьет. Я на рыбалке и домой пошел. Спичку дай. Замолчи! Если ты стукнешь еще раз, я уеду в Кратово! Вот так. А если я вас отпущу и разрушу себя? Вот все. Вот все. Да. Вы русский преподаете. Хуже у тебя сейчас. Кофе пахнет. Ты из бака. Да. Полез за вашим судаком в ванну. Видели? Дегенерат. Он испугался этого судака и чуть не погиб. Это не судак, это карп. Возможно. Короче, у нас две тетки рельсы пилили, сели в ватных штанах на снег и поют. Дролечка, сделай мне ребеночек. Ручки, ножки маленькие, волосики кудрявые. Хотелось бы попросить вас об этом. Не хотелось бы ребенка от такого отца, как вы. Отверните. Так что, я Бакваська, что ли? В общем, да. Только есть различия. Интересно, какие? Ну, во-первых, вы, скорее всего, скоро сгинете с этого света. А во-вторых, я тоже кое-чем рискую. Отвернитесь! Так что услугу за услугу. Подвиньтесь, я лягу. Пружина. У меня ноги холодные, подождите, сейчас согреются. Это не спирт. Смородина.
как на абортах себя ведут, а не с любовниками. Тебе какой наркоз? Общее место? Я старый, я устал. Я в штанах бегал. Я там спать буду. Там мое место. А может, вам кого другого полюбить? У вас астроном очень милый. Он идиот. Но у меня ничего не получится. А вот если вы преподавали биологию, нам сейчас было бы легче. Помогите мне. Вот так. Природа подарила нам любовные игры. Вот так. Все, я спать буду. Ну и Пушкин говорил, и делишься со мной, мы целый пламя по небу. Он был негр. Уберите ноги, я встану. Да пусти. Погоди. Ты что, я тут буду перед вами голос бубном, что ли, танцевать? Да пусти. Минуточку. Я как ваш кот. Чуть не погиб. Рубашку сними. Сейчас. Ноги раздвинуть. Так. Мне больно, но я буду терпеть, вы не бойтесь. Мне больно, но я буду терпеть. Больно! Сын Алексей, 12,5 лет. Прописка 010643. Здрасте. Хочешь мороженое? Это же сахар. А ты возьми его в рот, а папа выставь форточку. Будет холодно и сладко. О, здрасте. Сыночек, скажи я ему, чтобы он мне чай вернул. Мать, прописка кисловодка. Как же я буду? 2746. Хорошо, мамочка, вы нам торбочку, он вам чаек. Верни бабушке чай! Вы! Дайте мне чай. Дрейдены. Белла Соломонна и Лен Соломонна. Если наши вещи правильные, мы можем одеться? Спецпереселенки. Да, прописка аннулирована. Спасибо. 10-8 сентября. Можем? Бери. Барышням по конфетке. О. Так мы можем одеться? Благодарю вас, дурак. Вы настоящий рыцарь. Да грелка это грелка. Ну нет у нас резиновой. Наташа, возьми. Блеск, как родина. Во-первых, я не утверждаю. Во-вторых, он прислал мне письмо с шофером. Видите, он от меня ушел. Да. Ты что, не спишь? Ты почему не спишь? Ты что, совсем дура? Меня же ищут. Все равно надо спать. Вещей нашлась, вы ему, Лешка. Ножичек, помнишь, за который генерал тебя грешил? Вот он, ножичек-то. В диване был. Ма! Ты читайте. Я говорю, вещи, которые генерал думал, что он потерял, нашлись. Товарищ майор пришел и все нашел. Устраняй не панически вслух. Чего? Орел, а что? Насчет чего? Насчет... Это уж сам думай, себя выручай, мамашу. А? Ну, если руки крюки, то да что ж. У меня папа генерал. Ролики. А вот как папа генерал появится, так и звони. Одну минутку. Полина! Че? Подожди. Эй, а как же так? Что же вы нас печатали? А нам куда же? Температура у меня, что ли? А сколько вас? Два. Вы и мальчик. А это все. До свидания. Что же вы борща не попробовали?
До свидания. Фунтика! Фунтика запечатали, как попугая! Ужас! Ужас! Котелок варит, государственная печать. Сделай, сделай вот так. Ну? О, бля! Наталья, нефть-то видала? Все видели щипальца на Сургуче? Всем все повлезал. Сука копченая. Ах ты, тварюга. А цыган ты, барвики, в чем пиджаке ходил? Генералом же, генералом. Сука, ну, а мотор чё? Кому толкнул? Мотор. Я чертяк. А сын твой, Борька, от кого? В 42-м забрехатил-то. Что, от сырости, да? От сырости. Вот что у тебя, Фрицевич? Может быть, Адольфович? Адольфович! Руки с горла убери, сучара! Как две свиньи. Наталья, милицию возьми. Все, Наташа, сажусь. Иду по генералу. Какие вы гадкие. Почему ты меня так не любишь? Да, Иваныч! А? Иваныч, он уйдет! Потому что вы гадкие. А мы увидим северное сияние. От вас даже бабушка ушла. Вот. Да. Тарелку раздаю, клизма. Старая сука. Метро жду. Попугай еврейская птица. Вообще не жрет. В этот же час истопник печей в меховом магазине Арамышев, который уже сутки припухал на нарах у ментовки... Меховой магазин? Сообщить, что истопник печей задерживается, да? Трудно? А может, и Федь пионер зарезал? Ну, вы, гады, совсем человека замучили. Мне по ночам петухи слышатся. Я же убью. Слышишь? Не надо! Не надо! Командиры! Я вас уважаю! Тихо. Слушаю, стряхни их, угощаю, думаю. Бурган, время право остановиться! Время право остановиться! Свет выключить, выйти из машины. Thank you.
замолчит! Молчит! 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 Чешек. Чтоб каждый час мало. Сараханский для вас. Гнать. Тронов, сука. Пушка! Пушка! Во, блядский глаз! Вы, мальчика, 6 лет не видели? Ну? Отец и мать у меня татары, а я русский. Мне нравится быть русским. Я техник, но заведую его, мать, водокачкой. Понял? И все, и глупости. Попросил бы в связи с личным праздником судить на приобретение пива. Данкишон. А. Мужики! Мужики, пойдемте помочимся на мою собачку. Немецкая проститутка ошпарила собаку. А моча дезинфицирует ожоги. Мужики, пойдемте помочимся. Я начальник водокачки, а ты меня зовешь глупостями заниматься. Я говорю, плескают. Лучшие помои забирают. 2 ведра с кастрюлей. А жаловаться некому. Папаразит! Алла! Карать мужика будем. Ну что, схомутаем мастерок. Затона. Всю станцию.
быстренько местного. Стельки вообще нет. У вас глаза, как у волка. У него глаза, как у волка. Сынок, где уборная? Как в аптеке. Я сначала усомнилась. Я здесь. Усомнилась. А сердце говорит, он. Я здесь. Ой, какое счастье. Какое счастье. Повальная раме. Подбородок уши. Пожалуйста. Снимаю. Пожалуйста. Я не могу снимать на этом фоне. Уберите ее. Пожалуйста. Я говорю, мне что балда раскурочена. Верните мою шляпу, можно, пожалуйста. Можно. Верните. Большое спасибо. Я тебе поможу. И вам большое спасибо. Пожалуйста, ко мне. Большое спасибо. Ты, ко мне. Ваша шляпа. Очки без ушек. Называется пенсия. Деньги в пачке россыпью. Хлеб. До свидания. Правильно, до свидания. Скажи. Куда вы? Куда вы? Гоните пальто! Вернитесь! Вернитесь, я вам сказал! Не возвращается! Я применю силу! Тебе что, уши законопатило? Вернитесь! Ура. Ну что, схомутай, мастерок? Вам шучу, бери плешки, я тебе сказал, сука! Не то! Передай нашим, что я нарвался! Ты что сказал? Уже! Ты что сказал? А ну вернись, скажи, что ты наврал! Он наврал, начальник! Он наврал! Мужик! Вовка! Вовка, беги, позови Вовку попрощаться! Заморочки! Пусть вывалит! Вовка! Заморочки! Как ты меня увозят! Вовка! Вовочка! Мен орындықты буфет алдым, расписался. Пусти, Вовка! Куда стул? Убери отсюда! Чего ты? Старшина, ты видел, как начинается снег? Ничего, дай потянуть. Паровоз пошел! Редкое дело. Скользко. Хорош. У тебя шпильку срезало. А ты попроси, налью отдых. Фужа, представляете, это сперли тебе лампочку и шары от кровати. Да возьми. Вполне приличная комната и кровать. 3 года незаметно. 140 мух просто. Кто слямзил лампочку и шары от кровати? Неужели да я? Кто слямзил лампочку и шары от кровати? Здравствуйте. Лёва! Лёва! Что я вам говорил? Органы разберутся, и это будут не только евреи. Здравствуй, мальчик. Лёва, пожалуйста, русский генерал. Здравствуйте. Вчера был в дамках, и каких? Лёва, слышите, Лёва? Свет тушить надо.
вот кто стащил лампочку и шары от кровати. Ладька, не убивайте меня. Ой, я тебя. Здравствуйте. Ты думаешь, меня теперь возьмут на катер? Идиот. Надо быть все-таки диалектиком. Вот, пойдем, Наталья, поговорим. Свой пойдем ключ. Поговорим. Смотри сюда. Дядя! Хам, притом хамский. Слушай, я же должен тебе сострадать. Я же ненавижу тебя. Я хочу, чтобы ты умер. Что же, я из-за тебя палец? Послушай, здесь у всех стульчики у нас нет. Тебе придется вернуться, понимаешь? Девочка, моя потому что здесь нам никто не даст. Где наша простите, Риточка? Пожалуйста. Тебе придется вернуться, потому что я прошу вас, уйдите. Потому что ну, мне очень нужно, понимаешь? Наталья, а ты орлом. Есть такая птица, ее вся Россия уважает. Как все делал так без меня? Как стульчики выламывают, так... Что делать? Что мы с отцом сделали? Что мы сделали с отцом? Что мы сделали, говнюк? Говнюк! 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 Пусти! Уйди! Уйди! Пусти! Вы чудно, успокойтесь! Вы чудно! Чудно вы! Вы что? Щекотно! Какое несчастье! Какое запах! Несчастье. Как будто не было 20 лет! О, Кацман, Лоцман, сходи на катер, скажи, что я велела взять тебя капитаном! И передай старому пердуну, чтобы вернул шары от кровати. Ну ты даешь! Иди сюда, сука! Ай, иди! Иди, сука! Помоги матери! Психопат! Дура! Щекотно, ты про себя? Не смей! Вожава! Пошел. Давай пошел. Третий пошел. Четвертый пошел. Пятый пошел. Глаза выдавил.
Хорошо, начальник, отпусти на волю. Аху-ху. А? Чё? Она чё тебе воля-то? Прошу, налейте. Не играй с судьбой, дядя. Дед здесь на вырубке кормится. Сам подай. Ваня, ну-ка все, сиди. Индивидуального транспорта для вас нет, претензий принять не можем. Так будь печка работать. Начальники. Начальники. Ну, чё тут? Сахар вам. Сыр. Здорово, козлы! Дверь чё у тебя? А? Ножом по сушке! Где сюда? Шляпа вот. Сахар, на. Полотенце принеси. Нашу. Гляди, они тебе жопу порвут. Во народ, а?
Мазаров наехал, бежать надо. Так. Погода сегодня чудная. Что за спорить? Жалобы есть, нет? Иди от машины, урод! Давай! Кто на К, на выход? Свободен. Уже грязь. Осторожнее, тут у нас скользко. Начальник, в Крым хочу. А что здесь хуже? Шляпу. Встать можешь? Опа. Да. И ножками, и ножками. Моя калоша. Моя калоша. Ты что, охренел, что ли, сука лысый? Моя калоша, падла, блядь! Моя калоша, сука! Ну ты, папак! Ты чего? Это справедливость! Это его была калоша! Это несправедливость! Это несправедливость! Сучки лопаты захотели! Почему? Не на лицо! Рожу топчешь! Несправедливость! Не наступите на лицо! Несправедливость! Твои, все калоши твои, твои. Ну, давай. Давай, давай, давай. Хозяин, я говорю, он галошу с салом схавал. Прими! Дай-ка платок. Цепи надо. Ступайте за машину, оправьтесь. Не надо, так не надо. Хозяин, запиши меня в Корею воевать. Да, ты похож. Да пошел ты сам нахуй. Оденьте ему калошу. Это мы тоже можем. Позвольте, 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 позвольте. Так у него же три калошки, а это вообще детская. А это вообще детская. Ну, так надо, я не возражаю. Чист руки. Озверел. У меня муж прокурор здесь. М? Ты себе погоны скажешь, сколько выставлять. А вам я хочу сказать. В окно! Сам поглажу. Видите, я равнее дам. Заходим в номер. Заходим. Посмотри, только инши. Я что, плохо объяснил, что ли? Одежду мне привезите, то его знаю, так и буду здесь жить. Иди, сиди. Иди. Сапог. Сюда. Сапог. Ты сиди. Ну, этого, ты этого до двух добра бечу. А? Я сам вот сейчас одеколодом. Ну что ты, что? Клинышками. Ну, добер одет. Разденьте его и все выбросите. И бедералов шкью. Уйди отсюда. Костюм отдайте. Костюм мне дает, гад кривоногий. А? Здорово. Закрой. Послушайте, я когда мальчиком был, здесь за углом жил. И швед. Фантастика. Я вижу, что сапог, он мягче. Да ладно. Я на чьей ходьбе жду? Тоже вопрос у меня. Вопрос. Заговор очистительский центр. Ну. Ага. Есть еще вопрос? Нет. Есть все это туман. Спишись. Должны подписать. Карандаш, чернильный. Иди сюда. Ну иди, иди, иди. Сюда. Парикмахера, всю аптеку, доктора. Вижитель обязательно. Иначе в понедельник все полетите воронами в Африку. Карка! И ты, дед, тоже. Татарин, что ли? Терпим, 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 терпим. Терпим.
Ну, мы пошли, синий полточек. Ногой войдешь, что мир иной. Шинель генералу. Это все евреи придумали. Да ты, это ты, а? Ты. Ну? О, не ногой, а мундей. Ныряю в ванну. Накаркал, бля. Большим пальчиком, кверху. Давай. Духи одеколон. Стало, брат, генералом, народ тебе потянулся, а ты хулиганишь. За грудь, за большим пальчиком кверху. Подпишите, а? Я тебе, мудак, на лбу распишусь. Не сни, просела. Здесь бутылок боржоми и кильки развесной полкило. Мы через 20 секунд на 4 почек сделаем. Да. Махнемся трубками, генерал, на память. На память. Что там крат ставит? А ну, взяли. Что? Что? Да. Сосед, я тебя поленюсь. Астраханский. Что? Пошла, 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 ну. У них яма помойная была, ее засыпали, она просила. Ребушка нужна, так? Прошу вас, товарищ генерал. Все, как гвоздики. Давай. Между прочим, его жена у нас в Унчанской двойной роли играла. Мой первый. Ага. Прошу. Вот еще. Это что? Это все. А я глядел. Здрасте. Ну, идем. До свидания. Вам, товарищ генерал. Тогда подождешь. Почему так пахнет духами? Дай потянуть, помру. Там никак нельзя.
Там нельзя курить, товарищ генерал. Подберите белье. Прошу. Верни лампочку. Прими пальто. Ну, я люблю голову. Он был чистый. Тут бурка. Он был чистый. Грязный. Он был чистый. Грязный. Чистый. Грязный. Чистый. Грязный. Отец? Отец? Какой отец? Это ты хорошо сказал, отец. Он нас слышит. Нет, впрочем, не знаю. Да уберите вы этого идиота!
Цыганский. Это хорошо, очень хорошо. Ноль. Пошли-ка со мной, служивый. Шесть чаев второй крепости. Здравствуйте. Понял? А? Садись вот. Хуже уже не бывает. Хуже уже не... Нет? Не бывает хуже уже. Хуже уже не бывает. Момент. Одеколон чудный, вижу таль. Радостно знать. Ай, момент. Сиди. Тубо. Все было, как было. Никто ничего не знал. Смешно. Во.
Неволь? Пошел вон. Понятно, Белочек. Заткнись! Заза! Что, что, пап? Оставь им все, поняла? Не бери отсюда ничего. Я взял мой паспорт. Я не... Эй, вы, ну дайте мне кто-нибудь калошу. Паспорт и уйду. Мы вам не эй, вы. И, пожалуйста, справочку. Я, знаете ли, здесь старший по квартире. Карицер, а вы в данный они момент русские, не из Сочи и не из Араги. А мы так и будем. Мне почему-то что? Кажется. Можем угостить вас борщом. Слухи, слухи, слухи! Тупо! Суки! Господи, царствие твое дашь нам здесь, Господи, Господи, воля твоя, вели, что мне делать? 15 копеек! Нельзя, что ли? Звони, не надо. Ай! Не могу больше! Не могу больше! Не могу! Не могу! Отдай! Не могу! Не могу больше! Не могу! Не могу! Вот, товарищ генерал, выпейте и махните рукой. Пошел вон! Пошел вон! Искал бы ты мне, брат, калошу. Сыпется нафталин. У тебя в своем пальце голые. Я вас сейчас насмешу. Я вас сейчас очень насмешу. Я вас сейчас насмешу. Мадам Кленская, мадам Кленская, ваш паспорт в новой прописке, а она уже не нужна. Это очень смешно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это очень смешно. Пусть принесет 5 бутылок коньяка, деньги отдам завтра. Ура! Принеси 5 бутылок коньяка. 5, понимаешь? Только побыстрее. Ваш дом, наш дом, опять ваш дом. С ума можно сойти. Верно. А ты почему не поешь? Не надо стесняться, что ты еврей. Лучше постарайся быть умным. Ой, да пожалуйста. Я правильно говорю, товарищ генерал? Тумбала, 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 лайка. Тумбала, 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 лайка. Ну-ка, сыграй-ка, тумбала, лайка. Ну-ка, сыграй-ка, повеселей. Как-то ночью паренек размышлял и спать не мог. Как бы жениться, чтоб не стыдиться, как бы жениться мне поскорей. Тумбала, 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 лайка. Тумбала, 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 лайка. Ну-ка, сыграй-ка, тумбала, лайка. Ну-ка, сыграй-ка, повеселей. Шарки от кровати нашлись. Тумбала, 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 лайка. Тумбала, 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 лайка. Ну-ка, сыграй-ка, тумбала, лайка. Ну-ка, сыграй-ка, повеселей. Да, больше я никогда не видел отца. Эй! Эй! Чего? Эй! Мальчик, туда нельзя! Туда нельзя! Лёш! Вон они! Ключи от квартиры. Ну, куда он теперь денется? Лёшка, слушай, что покажу. Ну что, сильная, страшная?
в собачку. Кто ты? Куда она нам? Два таких разных человека, как во сне, знаете. На следующий день объявили о болезни, а после и смерти Сталина. Тише, пожалуйста. Отца не было ни среди арестованных, ни среди умерших. Смешно, верно? Так вы скажите, мы вам добавим. Liberty! По-английски! Свобода! Пошли, Дима! Желаю здравствовать! И вам непременно. Значит, я костюм тебе куплю, бутылку каждую субботу. Ну куда ты такой пойдешь? Кому такой нужен? Да ее зубов-то нет! А может, меня купишь, а? Смотри какой! Да иди ты нахрен! Дима, такси кабриолет всегда предпочитал. Поехали, плачу. А у меня прописка московская. А если только начальники, ого, даже начальник зоны ее не имеет. Только каждый 583-й ее имеет. И я. Я в Москве главный печник. Ну, самый главный печник в меховом магазине. Москва very well. Beautiful. Меня один фрейрушка на зоне научил. Английскому. Ну-ка, матюгнись по-английски. А это он как-то мне не объяснил. Ну, а как же ты разговаривать будешь? Сука! Ну, вот зимой умер. Клау! Чё? Ну чего он там? Ну чего? Ну чего нам? Ну? Матюгнуться отказал. Глаза ему выдавить. Козел одежда, какая, а? Сучья кость. Грызла. Блин, помойка блядская. На пику таких педрил опозорный. На пику. Все. Все. Приехали. Крючок ему за жопу. И в воду. Именно. Ну ладно, все. Сияющему другу яркая звезда мне светила. Вдруг закатилась она. Что же, наверное, любимый? Нас разлучила беда. Деньги есть? Миша. Миш. Почему ходит? Червонец. Ты грабеж, мужик. Вали отсюда. Грабеж. Выдра.
здоровье. Стоп. Прям. А не холод тебе будет, а? Эй, ты! Узнаю. Ты вот встает по мозгам. А не холод тебе будет, а? Чё? А не холодно тебе? А картошку надо было брать в Ярославле. Что означает весьма долгий путь домой? Либерти! Либерти, бля! Приснился мне, понимаешь, сон. Рассыпчатые горы, плоские ровные. Грудь грязь. И бразим отпечатки. Ну и что? Запятая. Однажды мне приснился ужасный страшный сон. Гора дыра. Ту милый мурмился, нарушил клятву. На 67-м сдержу. Запятая. Не взишь, не сдержишь. В том-то повороте. Хрена нахрена. Держи. С рессора сдержу. А мужики? Рессору? Ветер дает пару. Давай. На пару рублей. Ревешься от мачты. За риску не лей. Мачту упираешься в судно и тащит его по воде. Аптека. Я в нашей жизни, мужики, выпьем. Вытри пост носа щекотно. Папиросу. Губу. Вытри нос. Это
аксессуары. Бросаю. Карман. Опа. Руки в карман. Сядь. Ну, сволочь. Руку в карман! Руку в карман! Куда правую потянул? Куда правую потянул? Хрена нахрена!